Участники рождественских чтений отмечают, что в нашем районе работа по православному воспитанию детей ведется достаточно активно. В 16 общеобразовательных учреждениях Солнечногорского района действуют факультативы или кружки. В их работе принимают участие представители благочиния. Прежде всего, наши усилия обращены к душе ребенка, показать маленькому человеку красоту созданного Богом мира, воспитать у детей четкие нравственные убеждения, готовность делать добро и противостоять злу. По словам докладчиков, православие и образование должны идти рука об руку, ведь очень важно воспитывать в человеке нравственные ценности с самого детства. Историю и культуру нашего государства, нашего Подмосковья, нашего района невозможно рассматривать в отрыве от православия, его ценностей и особенностей. Именно поэтому, говорит Ирина Бубнова, духовно-нравственный потенциал христианских традиций входит в государственные образовательные программы таких предметов, как литература, отечественная история, музыка и других. Работа по православному и нравственному воспитанию детей ведется и во многих детских садах, преследуя конкретные цели. Возрождение духовности, приобщение детей к истокам русской культуры и русскому фольклору. Воспитание любви к родине и уважение к отечественным традициям. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. По указанию руководства Комитета по народному образованию Солнечногорского района, специально для факультативов по изучению религии написан учебник по основам православной культуры. Он призван помочь более углубленно изучать данный предмет. Однако издание книги откладывается из-за недостатка средств.